Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле. Видите, я даже сегодня сделала обалденный лук специально для этой песни, потому что сегодня мы будем с вами разбирать песню группы Валентин Стрыкало «Космос нас ждет». И где-то 2 года назад я все-таки записывала разбор на эту песню, но он так и не вышел, поэтому я решила все-таки эту песню-то разобрать. Тем более вы ее просили, в комментариях мне писали. Ну как я могу вам отказать-то, собственно? Поэтому Валентин Стрыкало «Космос нас ждет». Бери укулеле в руки и погнали учиться, а точнее полетели. И перед началом, как ее разбирать, давайте ее сыграем. Скажу сразу, эта песня низковата для моего голоса, поэтому я поставила каподастер, но разбирать мы ее будем в оригинальной тональности. Поэтому не переживайте, каподастер вам может не пригодиться, но это не точно. Нам машет руками мужчина красивый, прощается с нами. Прощайте, счастливо, мы плачем зачем-то, мы смотрим куда-то, где звезды нам светят, так ярко, ведь космос нас ждет, космос нас любит, космос живет, каждый разбор на укулеле. Да, эта песня низкая для моего голоса, поэтому мы разберем сейчас оригинальные с вами аккорды. Если вы начнете играть и тоже поймете вам низко, то поставьте каподастер на первый или второй лад, и все у вас будет круто. На самом деле песня очень простая. Тут всего 4 аккорда, и 5-й аккорд только один раз у нас играется, но обо всем по порядку. И первый аккорд этой песни у нас ЕМ. Мы ставим первую струну на втором ладу, потом вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Следующий аккорд – аккорд D. Мы ставим четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд G. Мы ставим палец на первую струну на втором ладу, потом ставим вторую струну на третьем ладу и третью струну на втором ладу. Четвертый аккорд, аккорд С. Мы просто зажимаем первую струну на третьем ладу. Повторим цепочку. Е, М, Д, Г, С. Эта цепочка аккордов повторяется и в куплете, и в припеве. Но в конце куплета у нас появляется аккорд Б7. Мы зажимаем баре на втором ладу и третью струну на третьем ладу. Разбор на укулеле. Это что касается аккордов. Что касается у нас боя. Да, все песни играются у нас боем. Бой супер простой. Шестерочка наша любимая. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой повторяется 2 раза на 1 аккорд. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ту-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 ту. А на аккорд B7 мы просто играем 1 удар вниз. Бой в припеве сохраняется точно такой же. Единственное, мы начинаем его играть со слов «ждет». То есть получается «космос нас», и на слова «ждет» мы только начинаем играть. То есть как это выглядит? «Космос нас ждет». Ну, короче, видимо, я была так увлечена процессом, что я забыла заснять концовку. Во всяком случае, спасибо большое за просмотр. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны до сих пор. Оставляйте свои комментарии, какие следующие песни мне разобрать. Также не забудь посмотреть вот этот клевый ролик про баре, а также ролик про ноты. Старалась, много теории внесла, все понятным языком объяснила, поэтому обязательно посмотри. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся!